В рамках проекта «В детский спорт. Городская среда и безопасные дороги» председатель фракции «Единой России» в Совете депутатов Одинцовского городского округа Вячеслав Киреев провел инспекцию в Жаворонковском теруправлении. По вопросам жителей депутат осмотрел несколько проблемных объектов. Это хоккейная коробка в деревне Ликино, улица Центральная в деревне Салманово и другие. Все проблемы депутат взял в работу.